Последние несколько лет особенно активно идут разговоры об изменении климата. Для некоторых стран потепление может обернуться засухой, опустыниванием, наводнением и сильной жарой. Обширные территории станут менее пригодными для жизни. Эксперты уже предсказывают значительную миграцию населения из этих стран. Некоторые же государства могут использовать потепление климата в свою пользу. Большинство экспертов сходятся во мнении, что одна из таких стран – это Россия. Так, например, в восточной части России уже сейчас в связи с потеплением климата в севооборот вовлекаются земли, которые раньше невозможно было возделывать. В случае, если установится еще более теплая погода, посевные площади в России увеличатся значительно, что позволит ей стать крупнейшим производителем и экспортером продовольствия на планете, так как из всех северных стран России имеет самый большой континентальный массив. Неутешительны прогнозы экспертов в отношении США, Европы и Индии. Здесь потепление может привести не только к снижению урожайности, но и к уменьшению объема земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот. Это далеко не все последствия, о которых говорят эксперты. И все это может произойти в недалеком будущем. Например, таяние арктического морского льда откроет новый судоходный путь, который сократит время транзита из Юго-Восточной Азии в Европу. Даже экономия энергии за счет повышения температуры для России будет иметь значительный положительный эффект, так как Россия большие средства тратит на отопление домов, общественных учреждений и производственных площадей. Эти расходы в результате потепления уменьшатся значительно. Насколько это реально, мы можем увидеть уже в ближайшее время. Но нужно сказать, что основания для таких прогнозов сегодня действительно есть. Не радует только то, что всемирное потепление связано с нарушением экологического баланса на планете.